Всем привет, с вами Тимофей. Я играю Crossout и решил записать для вас режим рейд по защите. Как он выглядит, потому что его я еще ни разу не снимал, по-моему. В общем, тут у нас типа есть вышка. На нее типа нападают волны, а мы должны эти волны уничтожить. Итак, три вышки надо сделать. А это моя машина для фарма с четырьмя пулеметиками, кстати говоря. Очень дешевая, но очень жесткая. Детали почти все не ломаются, кроме колес и пулеметов. Теперь надо следующую вышку идти защищать. Тут хорошо, что временем ничего не ограничено. Чисто способность наносить урон важна. Поэтому это одно из моих любимых заданий на самом-то деле. У меня на рынке товары покупаются. Хорошо. Вот этот чувак опасный, если он врежется у вас, может распилить нахрен. Ну еще маршрутка с пушкой. О, а мне колесо отстрелили. Ай-яй-яй. О, это же босс, походу.
Да. Хм, 8 меди. Так. Что-то я не понял. Я что, не выставил? Вы заняли все доступные торговые места. А-а-а. Так, покупка пулемета, продажа пушки. Давайте, наверное, все это обновим, пожалуй. Пулемет легкий. Продать. 29. 89. Бык. Вот мой пулеметик. Так. Накопим за 13,49. Десяточку, пожалуй. Да, что десяточку? 20 купим. Пардончик за 51. Так. Пушка. 18,48. Не понял, почему мне не дал выставить пушка. Продать. 48. Так. Вы заняли все доступные торговые места. Как-то? Только что же у меня было их 4, а теперь стало 2. А-а-а, продаете 19 из 20 и покупаете 20 из... То есть тут такое количество. Не такое, как я думал. Ну ладно, хрен с ним. Так, у меня эта штука вообще сохранена. Это кто у меня такой? Пулемет, кажись, да? Давайте сходим в рейд на нормальную защиту. Посмотрим, кстати, как сейчас против ботов в рейдах работают мои эти сверла. Прям интересно посмотреть. Вот, блин, пока я в одного отвлекся. Бам. Где они там врагов находят вообще?
О, я тут. Вот, ты посмотри-ка, увернулся как гад, а. Так тебе. Может, радарчик мне поставить, а то что-то я врагов не замечаю вообще толком. А, все, следующая вышка. Я, кстати, двигатель себе поставил на машину, средний. Поэтому она такая резвая сейчас. Более-менее. Интересно, что будет, если я тяжелый поставлю. Блин, два двигателя, малый и средний. Я вот не знаю, только они стакаются или нет. Ну? Где вы, боты? Я вас жду с этой стороны. Вот гады, а они с другой поехали. Ну как обычно, блин. Да, все-таки трудно ближним оружием воевать. Мне всего лишь 2x засчитали. Отстой. Блин, ну тут в воде драться мне вообще будет невыгодно. Прикольно мою машину переворачивает, когда я торможу. Привет. Ну, кстати, они от меня уезжают, сволочи. Так. Крестьянщик это босс. И мы ему в задницу прямо сейчас едем. Ух ты, меня убил. Вот гад. Это что у него такое там? Супер дробовик какой-то. Ха-ха.
Ну, нормально. 21 меди. Ладно, в принципе, я только и хотел показать, как выглядит вот этот режим боя защиты вышек. Так что всем спасибо, всем пока. А, ну еще могу показать. Вот раз двигатель и два двигателя. Два двигателя у меня теперь на жуке.